все начинается, конечно, с эскиза. И это может быть очень длительная работа, либо там на пару часов работа. Тут совмещение идет и творческой больше работы, и технического плана работы. Мы начали свое производство в 2012 году. И в основном у нас изделия это из серебра с больше национальными мотивами. Ну, то есть это, в принципе, весь ассортимент, который можно производить. Это то есть и серьги, и браслеты, и запонки, и какие-то гарнитуры, колье тоже все изготавливают. Ювелирная мастерская «Дархан Голд» выставляет свои работы на продажу в магазинах, торговых центрах города, в Дацане на Лысой горе. А теперь с их творчеством можно познакомиться и в каталоге ремесленников. Он издан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Это очень хорошо. То есть о нас узнает больше людей. Ну и, соответственно, клиентуры больше будут. То есть люди будут заинтересованы. Вот те самые подвески, которые изготавливают в мастерской «Дархан Голд». В этом каталоге вы можете познакомиться не только с их работами, но и почитать историю создания мастерской, либо узнать о том, что еще изготавливают эти ребята. А в целом в каталоге «Ремесленники Бурятии» собраны работы еще около 30 мастеров нашей республики. Здесь же есть информация о мерах поддержки, которые предлагает предпринимателям «Центр «Мой бизнес». Нашей задачей сейчас является размещение такого каталога в различных отелях нашей республики, в туристических фирмах, для того, чтобы туристы, как внутренние туристы, так и внешние, могли узнавать в нашем каталоге вот изделия, приобретать их и радоваться этой красоте. Фонд «Мой бизнес», я подчеркну, он сделал очень большой толчок. За последнее время вошел в 15 лучших фондов «Мой бизнес». Все услуги для наших предпринимателей, они являются бесплатными, являются доступными. Вот эта вот, скажем так, универсальность, она позволяет нашим предпринимателям пользоваться всей линейкой услуг в фонде «Мой бизнес» и получать качественную поддержку. Увидеть работы мастеров можно и на портале поддержки малого и среднего предпринимательства. Каталог представлен и в электронном формате. Мариам Восконян, Данила Жарко, Ирина Павлов, телекомпания АТВ.